50 тысяч квадратных метров жилья введет в этом году в строй Энгельский домостроительный комбинат объединения «Саратов-Облсельстрой». Это 736 современных благоустроенных квартир. Опыт саратовцев по сельскому строительству получил всесоюзное признание. Комплексная застройка таких экспериментальных поселков, как Пушкинский, Генеральская, отмечена премией Совета министров СССР за плодотворный поиск в области перспективного усадебного домостроения. Совпадают ли усилия проектировщиков, строителей, руководителей хозяйств с потребностями и надеждами самих сельских жителей? Об этом шел разговор в семьях экономиста, медсестры, механизатора. Очень удобно. Квартира нас устраивает. Есть детям где поучиться, где общие комнаты, спальня. Квартира хорошая. А вот подсобное хозяйство как тут удобно? Да, есть и подсобные постройки, где можно держать животных. Есть у нас корова, теленок, поросенок, куры. Вот все хозяйство, которое необходимо. На огороде выращиваем помидоры, огурцы, перец, лук, морковь, чеснок, все. Ну и картофель частично. Но с мужем выросли и родились в городе. Год назад мы сюда приехали по направлению мужа. Вскоре получили вот дом. В доме были приусадебные участки, дом благоустроенный. Горячая вода, газ есть. Держим свои приусадебные участки. Вот у нас приусадебные есть, хозяйство есть. Небольшое так. Ну что у вас хозяйство? Куры, утки, поросята. Ну, на земле, конечно, хорошо жить, не то, что в трехэтажках. Удобно здесь и вода, и скотина рядом во дворе, и огородик все-таки, ягодку посадишь. Удобно, очень хорошо. А вот на вот в двух уровнях как вот это? Ну, тоже очень удобно, потому что дети там уроки учат, там музыку играют, нам, значит, не мешают, а мы находимся в зале там или в кухне, ничего не слышно. Придешь, а там еще жарко лето, летом невозможно прямо. А здесь придешь и прохладненько в комнате, и удобно очень. И двор свой во дворе, все, и курочки, и все. Новый быт – реальные средства закрепления специалистов на селе. Конкретное решение насущных задач продовольственной программы.